Огневая мощь. В ролях Чет МакКвин, Гэри Дэниелс, Алиша Дасс, Джозеф Раскин и другие. Композитор Джон Гонсалес. Оператор Кен Блейки. Автор сценария Майкл Дженюри. Режиссер Ричард Пеппин. Первая стадия строительства орбитальной станции завершится на следующей неделе. А полет на Марс совместного американско-японского экипажа планируется на начало следующего года. Национальный институт здоровья считает, что внезапная вспышка заболевания СПИДом, который был практически побежден 5 лет назад, связана с поддельной вакциной. Она почти неотличима от настоящей, однако в ней отсутствует один очень дорогой фермент, открытый в 1997 году группой швейцарских ученых. Слышал, что она сказала? Женщин так много, а времени всегда не хватает. Только ведь не попытаешься, не получишь. Такова жизнь. Власти считают, что поддельная вакцина, наводнившая систему здравоохранения, производится где-то в Лос-Анджелесе, набирающими силу преступными группировками, которые обосновались в городе в зоне личной свободы. Почему ты должен запереть себя в четырех стенах с женой и ребенком? Ты еще не стар для развлечений. Когда городской совет в попытке сократить излишне раздутый бюджет полиции создал в 1999 году зону личной свободы, в жизнь которой не должна была вмешиваться полиция, это казалось всем неплохой идеей. Теперь не нужно было тратить деньги налогоплательщиков на такие преступления без жертв, как проституция, наркомания и бандитские разборки. Некоторое время это работало. Уровень преступности в остальной части города резко снизился, но через 7 лет своего создания зона превратилась в бесчеловечный район беззакония, получивший название «Зоны ада», где заправляют жестокие подпольные банды вроде людей ада, которые совершают акты насилия в городе, а потом скрываются во мраке, где полиция уже не решается их преследовать. Теперь городскому совету придется признать, что это была ошибка, и стереть это черное пятно с карты нашего города в будущее. А кому они, интересно, предложат стирать этот эпизод ада, бомбы и дело с концом? Следж Бреннев, это Бум. Вооруженное ограбление аптеки в вашем секторе. Есть жертвы. Преступники скрылись в голубом «Шевроле» 98 года. Пора начинать. Едут в сторону зоны. Один из бандитов опознан. Это Мендес, приятель фехтовальщика. Будьте осторожны. Малышка, я таких слов не знаю. Пижон. Она заигрывает. Почему бы тебе не ответить? Она не в моем вкусе. Они едут в зону.
еще. Попробуйте меня взять, свиньи. Тебе понравятся эти пули. Нам не нужно еще одно обвинение в жестоком обращении. В жестоком обращении — это просто мужской разговор. Если я увижу твое лицо, ублюдок, я убью тебя. Ты его не увидишь, а то чего доброго еще влюбишься. А ну пошел. Вытаскивай его. Сейчас. А ну пошел, придурок. Это все, что мне нужно. Бун, как жизнь? Привет, Перс. Вот информация, которую ты просила. Спасибо. Слышал, бензин опять подорожает, до 30 долларов за литр. Я тут пыталась продать свою машину, эта старая развалина только загораживает проезд. А страховку за нее приходится платить сумасшедшую. Нашла покупателей? Только один приходил. Но он ее не взял, я даже переспать с ним была готова. Но ему, похоже, нужны были супершины. Мы взяли Мендеса. Ведите его сюда. Снимите наручники. Какое обвинение? Вооруженное ограбление, преднамеренное убийство, побег. У него были фосфорные заряды. Слава богу, этим нельзя стрелять. А еще у него было вот это. Наверное, стащил в аптеке. Что это такое? Понятия не имею. Что-то он у вас скверно выглядит. Он оказал сопротивление. Я вам это припомню, ублюдки. Кажется, он на что-то напрашивается. Точно. Черт.
Когда ты, наконец, подстрижешься? Мы должны вернуться к старым уставным правилам, а то департамент разгонит ко всем чертям. Полиция Лос-Анджелеса, сумасшедшее подразделение. Уберите его отсюда! Эй, Бреннер. Да? Не слышал, нет ли где автомобильного аукциона? Мне осточертела моя старая жестянка. Могу одолжить велосипед. А ты, Следж? Закрывай камеру. Развлекайся. Ты покойник, Следж. Да пошел ты. Постригитесь. Капитан Крой? Да. На следующей неделе у моего сына социальное тестирование. Могу я получить пару дней отпуска? Я вам нянька, что ли? Посмотрите ваш график дежурств. Спасибо, капитан. Капитан Мейнс и Лобел взяли фехтовальщика. Они везут его сюда. Что? Почему они везут его к нам? Почему у него особый отдел? Они боятся, что люди ада именно этого и дожидаются. Проклятие. Тревога! Приготовьте камеру. Снимите наручники. И чтобы через 2 часа духу его здесь не было, вызовите спецтранспорт. Я уже позвонил. Уведите его. Поставьте здесь еще одного охранника. Будьте наготове. У него много друзей. Привет, босс. Дайте мне центральный.
Бросай оружие. Мне нужно подкрепление срочно. Вытащите меня отсюда, живо! А теперь пошли. А я? Беги оттуда! Скорее! Бун, уходи! Черт! Бун, беги! Бун, скорее! Бегите! Следж, оставайте ждать подкрепления. Чёрта! Следж, ты меня слышишь? Следж! Похоже, фехтовальщик со своими парнями еще внутри. Наше оружие не берет их броню. Я зайду с другой стороны, поищу какую-нибудь щелочку. Будь осторожен, он может тебя прижать. Не выйдет. Он целенький, как девственница на первом свидании. Кажется, нас поддерживает с воздуха. Я попробую использовать ракеты, которые мы у них взяли. А в академии тебя этому учили? Это чертовски дорого.
Ты цел? Они ушли. К черту все. Я еду за ними. Привет, малыш. Хочешь развлечься? Не сейчас, красавчик. У меня еще дела есть. Из этого фургона вышел высокий парень. Куда он пошел? Тебе-то что за беда? Чтобы я тебя больше здесь не видел. Он там. Пошли. Я подожду, пока ты выйдешь. Мы начинаем сбор ставок на 137-й матч Ринга Смерти. Судный день против Скорпиона. Наши девушки начинают принимать ставки. Прием ставок прекращается в 2:30 ночи. Не пропустите наше специальное предложение. Ровно в полночь начнется смертельная схватка на мотоциклах, а за ней последует 10 раундов на боевых топорах. Смотрите в следующем месяце мгновенное обезглавливание. Насладитесь потрясающей силой ниндзя. Завтра вечером состоится предварительный бой между смертельным захватом из сектора Old Odds и таинственным ниндзя. Ставки на этот бой все растут и растут. Мистер Дрексел, если вы посмотрите в третью камеру, то увидите, что у нас гости в униформе. Мне это безразлично. В мой клуб могут прийти все желающие, если хотят играть. Извините. Кажется, я уже видела этого парня. Прошу прощения. Позвольте дать вам совет. Если вы хотите играть, приходите без униформы. Мы ищем парня по кличке Фехтовальщик. Он здесь не появлялся? Я не отвечаю на вопросы, я принимаю ставки. Вы ставите или нет? Нет. Хороший случай убить легавого. Это было не по-дружески. Да пошел ты. Нет, сам пошел. Плохо, что в городе нам это не разрешают. Мы ищем фехтовальщика. Нас совсем перестали уважать. Наверное, нам лучше было прийти в гражданской одежде. Мы на службе.
Побеждает чемпион. Это уже 8-я победа боксера в смертельной схватке. Теперь он всего на 4 очка отстает от фехтовальщика, на счету которого 12 беспрецедентных побед на ринге смерти. Новичок Крэл закончил свою карьеру 6 победами. Нам будет его не хватать. А сейчас вы увидите несмертельный поединок. Поприветствуем на ринге смерти Гадюку! Не здесь ли наш фехтовальщик получил свое прозвище? Похоже, он здесь первый. Хочешь поставить? Я выбираю этого маленького. Нет, ты только посмотри. У этого придурка Костолома ноги совсем не двигаются. Сейчас этот парень ему покажет. У тебя и то получилось бы лучше. Спасибо. Компьютер ринга смерти выбрал для Гадюки нунчаки. Они вращаются и вращаются, и вы никогда не узнаете, в какой момент они остановятся. Две палки для чемпиона Костолома. Ставка меняется на 10-5 в пользу чемпиона. Теперь поаплодируем Гадюке и его смертельному оружию. Джентльмены, если вы хотите играть, у нас есть свободные места. Но вы должны сдать оружие. Мы на службе. Как-нибудь в другой раз. Леди и джентльмены, вот ваш победитель. Да, смотрите, как умеет жалить Гадюка. Вы выяснили, что это такое? А в лаборатории говорят, что это вакцина против СПИДа. Не может быть. Настоящая? В таком случае она стоит $1 000 000. Но в лаборатории сомневается. Они еще не закончили спектральный анализ. Если люди ада делают эту дрянь, то прямая дорога к ним — фехтовальщик. Что вы хотите от меня? Чтобы я написал ему любезное письмо? Позвольте нам внедриться к ним. Ни в коем случае. Я не могу обеспечить там вашу безопасность. Капитан, если мы хотим их взять, надо идти в зону. Мы пойдем добровольно. Брэннев, у вас семья. По старине Следжи никто плакать не будет. А что скажет на это ваша жена? Ей придется понять. Ладно, выхода у нас нет. Идите к ним, и пусть вас убьют. Профсоюзу это не понравится. Я хочу, чтобы вы держали со мной связь. Вы меня поняли? Мне нужны отчеты. А теперь убирайтесь. Есть, сэр. Очень смешно. And now.
А теперь канал новостей, и Сабрина Лебланк познакомит вас с последними событиями дня. Сегодня в Кливленде было убито 14 полицейских и ранено 17 при попытке навести порядок в зоне личной свободы. После заявления мэра, что этот эксперимент, начатый в Лос-Анджелесе, был успешно проведен в Детройте, Фениксе и Филадельфии, здесь он с треском провалился. А теперь новости кино. Джейк Вилкинсон по кличке Тигр, бывший чемпион в среднем весе, снялся в фильме «Смерть за смерть». Привет, дорогая. Привет, я не знала, что ты дома. Как дела? Что ты делаешь? У меня новые задания с сегодняшнего вечера. Ты же собирался попросить денек отпуска. На задание послали меня и Следжи. Это серьезно? Может, мне удастся получить повышение? Чушь. А чего ты хочешь, чтобы я превратился в канцелярскую крысу? Я лишь хочу... Ладно, забудь. Что такое? Ты проводишь больше времени в участке, чем с нами. Это моя работа, и я ее делаю. Ты выходила замуж за полицейского. Что же ты теперь хочешь? Чего? А как же социальные тесты, Билли? Ты нашел для них время? Извини. Я не смогу. Ну, конечно. Теперь то, чего вы с нетерпением ждете. Смертельная схватка. После коротких каникул в полицейском участке Южного Лос-Анджелеса вас приветствует фехтовальщик. Сегодня его противником будет таинственный восточный профессор Танабе. Компьютер выбирает для профессора меч катана. Но постойте, то же оружие компьютер выбирает и для фехтовальщика. Ставьте 20-1 в пользу фехтовальщика. Какой финал! Да, фехтовальщик отхватил от профессора отличный кусок мяса. Хорошо, хорошо, поклонники ринга смерти. Что вы скажете?
Что же, больше профессору уже не придется преподавать в школе восточных единоборств. Вот вам ваш победитель, это фехтовальщик. Это его 13-я жертва. Такое не удавалось никому. Держите. Новички носят синие. Погодите. А правила? Правила. Вам надо усвоить только три правила. До сирены не двигаться, стоять на ногах, а проигравший получает вдвое меньше. Остальное сделает компьютер. Если вы пройдете квалификацию и выиграете 5 схваток, вас переведут в чемпионскую категорию. Вот там начинаются настоящие деньги. Смертельных схваток. Проигравшему не платят. Вот ваши шкафчики. Покажите класс. Покажите, на что вы способны. Можете заводить друзей, у нас это не запрещено. Только я бы не советовал вам чересчур привязываться. Возможно, вы уже скоро будете драться с вашим другом. Выпивка в баре после матча бесплатна. Развлекайтесь, джентльмены. Это всего лишь игра. Ваш выход следующий. Как мне тебя назвать? Молот. А тебя? Назови его котиком. Прозвище должно быть эффектным. Может, уличный кот? Мне все равно. Думаешь, кто-нибудь знает, что здесь происходит? Надо же с чего-то начинать. Привет. Я видел, как ты дрался вчера. Это было здорово. Спасибо. Если ты называешь это здорово, то посмотри на это. Надеюсь, вы успели сделать ставки, потому что вас ждет потрясающее зрелище. Гадюка против доктора смерти в несмертельном поединке. Если они знают что-то, то проживут ли они достаточно долго, чтобы успеть поделиться с нами? Компьютер выбрал им оружие. Ставки 8-5 в пользу доктора смерти. Делайте ваши ставки, и вы выиграете еще больше денег. Побеждает гадюка. У вас еще есть время сделать ставки на следующий поединок. Просто помашите рукой нашим сексуальным девушкам в униформе ринга смерти. Вы можете выиграть кучу денег. Не упустите свой шанс. Здорово, приятель. Просто здорово. Поздравляю. Спасибо. Еще пара таких боев, и я начну зарабатывать настоящие деньги. Стало быть, ты здесь ради денег? Естественно. Я Дэрин.
Джоуи, мой друг Ник. Горгона и молот. Через 2 минуты ваш выход. Ник, на всякий случай, ты уверен, что поступаешь правильно? Уверен. Гляди в оба. Может, что-нибудь узнаешь. Новички носят это, надевай. Я не новичок. Поприветствуем на нашем ринге смерти новое лицо. Впервые на арене молот. А Горгону вы, ребята, хорошо знаете. Теперь решение компьютера. Меч для чемпиона. И булава для новичка. Но постойте, булаву хватает Горгона. Молот ищет оружие. Горгона не дает ему взять меч. Но, похоже, молоту ничего не нужно. Ставки 7-5. На молота начинает ставить крупные суммы. Твой друг молодец, это верно. Уличный кот и кувалда, вы следующие. Ты бы разогрелся. Горгона не встает. Какая неудача! Побеждает молот! Отлично. Горгона стал выглядеть чуточку хуже. Не задирай нос. Бойцы, уличный кот и кувалда на выход. Ты готов, приятель? Лучше, чем когда-либо. Хорошо. Не дай ему испортить твое хорошенькое личико. Новички носят синие, надевай. А теперь нас ожидает еще один несмертельный поединок. Поприветствуем на ринге смерти уличного кота. Черт. Он выходит один на один с кувалдой. Не так быстро, я здесь новичок. Thank you.
Устроим настоящее представление. Дай ему щит. Новичок получает щит и дубинку. Чемпиону достается Кувалда сдается. Уличный кот выигрывает свой первый поединок на ринге смерти. Делайте ставки на следующие бои. Похоже, тебя интересует только оружие. Я пытаюсь прокормить свою семью. На одних соевых гамбургерах не проживешь. А в социальном тесте я набрал не слишком много. Я тоже. Будете делать ставки? И не думай об этом. Она принадлежит Дрекселу. Теодору Дрекселу. Человеку наверху. Он владелец этого заведения. Да. И половина зоны ада. Верно. Она его девушка, его собственность. Вы будете ставить? Нет, мы выступаем на ринге. Это должно произвести на меня впечатление. Нам сказали, что после матча нам полагается бесплатная выпивка. Принеси нам еще, пожалуйста. Я не официантка. Извини. Слушайте, вы, неандертальцы, вам бы ни цента не заплатили, если бы не я. Так что продолжайте свой дурацкий треп, а я буду заниматься своей работой. Ты ей нравишься. Определенно нравишься. Мне пора идти. Счастливо. До встречи на ринге. Думаешь, ей что-то известно? Есть только один способ это выяснить. Ладно, я готов обыскать дворец этого султана. Может, удастся что-нибудь раскопать. Ты собираешься это сделать? Кто не рискует? Лучше закажи себе еще виски. Брось, жизнь должна быть опасной. Теперь я вам еще и сигареты должна принести. Послушай, Лиза, я вовсе не хотел отвлекать тебя от твоих обязанностей. Не пытайся меня заговорить. Один раз я уже влюбилась, а его убили на ринге. Мне не нужны переживания. Но, возможно, я хорошо дерусь. Говорят, ты не свободна. Не суй свой нос в чужие дела. Я никому не принадлежу. Я не чья-то собственность. У меня посетители, которые хотят поставить. Я наблюдал за тобой. Интересно. Ты обращаешься с палкой как профессионал. Да, я немного практиковался. А вот и держи свою палку на ринге. А на моих девушках не практикуйся. Чтобы мой бизнес процветал, они должны думать только о своей работе. Если мой бизнес пострадает, хуже будет вам. Мы поняли друг друга. Или нет? Да, я все понял. Держать свою палку на ринге. Это очень правильно. А теперь давайте испытаем на себе новую виртуальную реальность. Очутитесь на ринге смерти. Последнее достижение в технологии виртуальной реальности от фирмы Мисутоши Entertainment. Ты опять меня поддел. Что ты делаешь? Я пытаюсь тебя убить. Зачем же так обращаться со своим собственным отцом? Очень хорошо. Счет удваивается. Это было здорово.
Посмотри на себя. По ночам ты где-то пропадаешь, а потом являешься в таком виде. Что это за задание? Не думай об этом. Все будет хорошо. Дэрин, я так больше не могу. А какой пример ты подаешь сыну? Почему он должен видеть своего отца в синяках и черт знает, чем пахнущим? Перестань. Мне страшно. Я перестала тебя понимать. Чего ты хочешь? Это моя работа. Брось ее. Не могу. Билли, тебе надо делать уроки. В следующем раунде ты у меня получишь. Что-нибудь выяснил? Только несколько новых способов это сделать. Я имею в виду что-нибудь полезное. Нет, ничего. Значит, у нас еще все впереди. Не сомневаюсь. Мясным крюком в глазнице. Такого мы еще не видели. Наши бойцы всегда найдут нетрадиционный способ расправиться со своим противником. Как дела? Боже, это Дрексел? Я не собираюсь это обсуждать, понятно? Я прихожу сюда, чтобы не видеть всего этого, чтобы побыть одной. Почему ты не уйдешь отсюда? Уйти? Куда и зачем? Попробуй и узнаешь, куда и зачем. Наверное, это наша судьба быть здесь. Я знаю только Дрексела и ему подобных. И потом все остальное ничуть не лучше. Возможно, ты не там искала. Какой смысл искать? Они все равно меня найдут. Ну давай, скажи, что ты не такой, как все. Я не говорю, что я не такой, как все. Я знаю только, что дома у меня есть сын, которого я очень люблю. И жена, которой не нравится, чем я занимаюсь. Кому ж такое понравится? Приходится мириться. Поэтому уличный кот бродит в поисках утешительницы. Поищи в другом месте. Меня зовут Дэрин. Лиза, мне ничего от тебя не нужно. Просто иногда я лезу не в свое дело. Знаешь, зона ада кончается в 4 кварталах отсюда. Может, попробуешь? Вот так просто? Да. Вот так просто. До свидания. Что ты выяснил? Почти ничего. Я не хотел на нее давить. Я тут поговорил с одним парнем. Он сказал, что Дрексел – босс фехтовальщика. И это значит, что он связан с людьми ада. Уличный кот? Слушай, ты мне нравишься, и посетители тебя любят. Поэтому я хочу дать тебе дружеский совет. Не лезь не в свое дело, сынок. Не будь слишком любопытным. Это вредно для здоровья. Я всего-навсего выходил покурить. Это тоже вредно для здоровья. Сейчас твой выход, приготовься. Спасибо. Прием ставок на 143-й матч закончен. На арене уличный кот и кувалда.
Компьютер выбирает палку для уличного кота и серпы для кувалды. Кувалда отбивает задницу. Это уже вторая победа уличного кота. Ну и скотина ты, Дерин. Спасибо, дружище. Теперь твоя очередь. Неплохо. Вы делаете успехи. Спасибо. Мне кажется, мы здесь уже вполне освоились. Мы продолжаем. 144-й матч. Молот против маньяка. Для чемпиона и палка для молота. Джентльмены, вот ваш победитель. Это молот. Помоги мне. Сейчас. Ничего себе. Спасибо. Не за что. Дерин, я хочу с тобой поговорить. Да? Это касается вас двоих. Вы не похожи на парней, которые этим занимаются. Почему? Вы не похожи на новичков, а вам плевать на деньги. Значит, вы пришли сюда не за этим. Слушай, когда я шел сюда, я видел, как Дрексел разговаривал с фехтовальщиком и еще несколькими головорезами. О чем они говорили? Они что-то говорили... Гадюка? Что? Второй участник главного поединка выбыл из игры. Тебя ставят на матч чемпионов. Но я еще не прошел квалификацию. Тебя это интересует или нет? Нам безразлично, кто получит деньги. Меня это интересует. Ты уверен, что готов к этому? О чем ты говоришь?
Это же мой шанс. Мальчики и девочки, в сегодняшнем матче чемпионов произошла замена участника. Будут сражаться Гадюка и Громила. Так что прикройте свои головы, потому что кровь и мозги будут брызгать во все стороны. Не нравится мне это. Гадюка молодец. Компьютер выбирает меч для Гадюки. И, судя по всему, боевой топор для Громилы. Проклятие. Вот так заканчивается многообещающая карьера. Я знал, что здесь что-то не так. Тебе не за что себя винить. Ты его предупреждал. Я мог его остановить. У него была своя голова на плечах. Почему такие скучные лица? Вчера погиб наш друг. Он не смог взять оружие. Я видела. То же самое случилось с моим парнем. Разве где-нибудь есть справедливость? Это было убийство. Убийство на ринге смерти? Это невозможно. Игрой управляет компьютер. Ты так ничего и не поняла. Это сделал Дрексел. Наверняка он и парня твоего убил. Лиза, наш друг собирался рассказать о вакцине. Вот ты и добился своего. Теперь она знает, что ты полицейский. Ей что-то известно. В чем дело? Это было подстроено. Разве ты не знал? На ринге смерти может случиться все, что угодно. И даже нечестный бой. Гадюка хотел сражаться насмерть, он это получил. Это сущность зоны ада. Каждый получает то, что хочет. А ты? Чего хочешь ты? Я стараюсь ничего не хотеть. Я здесь живу. Вы должны бросить эту затею, но мы не участвуем в смертельных поединках. Не в этом дело. Это слишком опасно. Мы установили контакт. Я считаю, что она нас выдаст. Откуда вы знаете? Интуиция. Капитан, нам осталось всего чуть-чуть. Но почему это так важно для вас? Теперь это личное, сэр. Именно поэтому я запрещаю вам продолжать. Именно поэтому я ставлю точку. Что у нас есть на того ублюдка, которого мы взяли? На Мендеса? Ничего. Я отправлю его в особый отдел. Капитан, мы доведем дело до конца. Господи! Okay. Ну, хорошо. Okay. Хорошо. Проваливайте. И выспите. Кто вы, черт знает, на кого похоже.
Желаю хорошо отдохнуть. Придурок. Снимите с меня наручники. Смотрим, что у нас есть. Нам повезло. 82-я улица, 8212. Ты ведь тот самый полицейский, который в тот вечер искал фехтовальщика? Не отрицай этого. Я хочу тебе помочь. Почему? Из-за Дрексела. Я думала о том, что ты сказал. О том, что он подстроил убийство моего приятеля. Просто раньше я не хотела в это верить. Бренниф, я готова. Я хочу выбраться отсюда. Тебя интересует вакцина? Он делает ее на заброшенной фабрике, где-то на краю зоны ада. Я не знаю, где именно, но там полно охраны. Продолжай. Это все, что я знаю. Я буду слушать в оба уха, только арестуй его. В таком случае тебе придется искать другую работу. Очень смешно. Будь осторожен. Ты готов провести здесь еще один день? Я только что говорил с Лизой. Она сказала, что фабрика Дрексела где-то на краю зоны. Думаешь, ей можно доверять? Я ей верю. А как Билли, мама? Не очень хулиганит? О, нет. Он такой же, как его отец. Вечно во что-то впутывается. Цветы для миссис Бренниф. Мама, не клади трубку. Кажется, это он пришел. Дэрин, это ты? Извини, мама. Я думала, это Дэрин вернулся. У меня сообщение для твоего мужа.
Смотрите, кто сбежал из тюрьмы. Почему вы меня там бросили? Я подумал, что это послужит тебе уроком. Надеюсь, ты не разболтал им, чего не следовало. Не беспокойтесь. Я прихлопнул одного из легавых, которые меня брали. Я рад, что ты не сидел без дела. Завтра отправка товара. Ты мне понадобишься. Это же полицейский. Один из тех, кто меня взял. Я ему обещал, что убью его. Мне кажется, для этого у нас есть более подходящие кандидатуры. Закончен прием ставок на 164-й матч между Молотом и Кувалдой. А это другой ублюдок, Бреннев. Я прикончил его жену. Погодите, в чем дело? Что делает на ринге фехтовальщик? Слушайте, леди, джентльмены и прочие неудачники. 164-й матч превращается в смертельный поединок чемпионов. Так что будьте готовы к овации. Молот против короля хаоса, князя ответного удара, мастера увечий. Единственного и неповторимого фехтовальщика. Ставки 8-3 в пользу фехтовальщика. Делайте ваши ставки, не пропустите это зрелище. Фехтовальщик получает свой любимый меч. Для молота. Пора с этим кончать. Какое потрясение!
Нет. Нет. Какой финал? Сейчас наши девушки разнесут зрителям в первых рядах полотенца. Победил, отрубив противнику голову. Единственный и неповторимый фехтовальщик. Скорее, беги отсюда. Проклятие. Мистер Дрексел, смотрите. За ним. Быстрее. Что здесь происходит? Вам лучше поговорить сначала с капитаном. Что я могу для вас сделать, Бреннив? Я возвращаюсь в зону, чтобы арестовать Дрексела. Я не могу вам это разрешить. Это исключено. Они убили мою жену. Моего напарника. Я возвращаюсь. И ни вы, ни кто-нибудь другой не сможете мне помешать. Вы хотите меня уволить, сэр? Хорошо, я согласен. Сынок, я не собираюсь тебя увольнять. Я хочу, чтобы ты остался жив. Об этом я сам позабочусь. Дрексел сказал, что могут появиться легавые. Я вижу только одного, причем полного идиота. Пусть получит то, зачем пришел. Офицер Бреннив, я приношу свои извинения за то, что оставил вам эту запись, а не явился поприветствовать вас лично. Но я очень занят. Рядом со мной находится один ваш друг. Запомни ее такой, Бреннив. Бреннив, угол 9 и Беккер. Мне очень жаль, Бреннив, но эта информация тебе не поможет. Офицер Бреннив, прощай. Заигрался, болван. Эй,
Много там еще таскать. Скорее, уходим. Сюда. Ты сделал глупость, что пришел один, Бреннев. Дрексел, решай свои проблемы со мной, а не с девушкой. Отпусти ее. Брось оружие. Брось оружие. Я хорошо знаю таких, как ты. Вы все воспринимаете чересчур лично. Ты хочешь сражаться, как на ринге смерти? Посмотрим, чего ты стоишь. А ставкой будет жизнь очаровательной Лизы. Очень плохо. Но все равно ты проиграл. Нет,
Это ты проиграл. Мы уйдем из зоны ада вместе.